Да, ты что, не знал, что ли? Да я тут горю немножко, блин. Вчера все настроил. Без стрима, без всего. Сейчас дичь начинается. Вертикалка не выключается, пришлось через этот выключать. Да хрен это, Богдан. Я извиняюсь, то, что нарал там, бомбанул, но пора привыкнуть, наверное. Особенно Леха, может, не обидится, наверное. Что-то слишком дерзко мне. Да, оптимизация тут, блядь, хуже, чем с SnowRunner оптимизация. Вообще пиндрик. Хотя требования меньше, чем в SnowRunner, на самом деле. Я в SnowRunner на ультра гоняю, тут я ультра не могу поставить. Так, ну, вроде пропусков нет. 1,7, 1,8. Прыгает, скачет 60-55. Ну, в принципе, играбельно будет. Слишком. Нет, тут это вот. Надеюсь, хоть это есть. Да вряд ли. Где вообще звук? Я что-то не пойму. Кстати говоря. Звука нету. Блять, пиздец, понеслось, нахуй. Не понос, так золотухка называется. Да, это бывает. Бывает, стримы не задаются. Не мы такие, жизнь такая. Тестируй, потестируй. Там видишь, какую-то херню ставишь, там настройка графики. Я покажу сейчас. Перезайду, звук пропал какого-то льда опять. Точнее, не опять, а почему-то просто пропал звук. У менюшки он есть, в игре его нет. Новости, Арк. Ваш новый статус на какой-то панели. Я так понимаю, вот эти вот постобработки все можно на ультра выкручивать. Вот тут вот. Высококачественная изотропная фильтрация. Лучше глобальное освещение. Сразу пишут затратно. Наверное, лучше на глобальное освещение, типа лучи, что ли, эти? RTX. Прощен анимация, цветокоррекция. В принципе, тоже все выставлено. Что-то какую-то херню отключаешь. Ну, это надо в игре смотреть уже. И все, сразу, блядь, фью, просадки конкретные. Так, чё, хост? Я еще сначала хочу. Удалить серверные. Серверные данные удалить. Данные карты. Окей. Начать новую игру. Такое ощущение, что это уже эпик. Все возможно, Толян. Тиму тоже немного, но поджирает, но по сравнению с эпиком. Сравнить бы две игры. А, кстати, GTA-шку можно сравнить. В эпике попробовать запустить, попробовать с ними запустить. На одинаковых настройках. Какую, блядь, GTA-шку 90 гигов качать. Так. Цвет кожи. Бледный. Бледный.
Загорело, бледно. Бледно загорело. Но тут уже 15 FPS, блин. 20 FPS. Ничего не включил. Ну, может, это в этом, в менюшке такая херня. Посмотрим. Прям красные глаза сделаем, нахуй. Так, все поменьше, все поменьше. Нахер. На груди моей могучей. А то какой-то прямо этот. Смотришь со стороны, когда игру только, ну, на дефолт настройку запускаешь. Такой, блядь, я не знаю. Прям первобытный человек. Мы же не первобытные люди. Кисти рук. Охереть можно. Рогутанг. Верхняя часть руки. Вот. Вот. Длина ног. Вот так вот. Нахуя. Так. 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 Икры поменьше. Топы поменьше. Интересно, что-то это влияет или нет? Сохранить шаблон. Загрузить. Рандом изер. Понятно. Хранить. Назовите вашего шаблон вашего тыры-пыры. Так, у меня человек будет называться Пчелкин. Алексей. Хе-хе. Принять. Ноги давай длиннее. Прям как скажем, настройка персонажа, ностальгия. Да вот я хрен, влияет это что-то или нет? Южная зона. Имя выжила. Алёшка. Алёшка. Блять. Алёшка. Хе-хе. Создать. Ага. Поехали. Не ори. О, звук хоть в игре появился. Что было хрен, это опять хрен поймешь. Это уже просадки. Не-не-не-не-не, объем буфера мира. Высокий поставить. Сейчас найдем, может, 60 FPS. Сглаживание. Постобработка. Бля, постобработка при этом смотрит кайфово. Размытие движения, динамическая циркуляция, лучше на затяни. Блики света. Тин-тин-тин-тин-тин. Динамическая тессиляция. Кстати, вот масштаб можно поменьше сделать. Лоб. Во, 5 кадров. Шестьдесят три, 64. Ну, блядь, вертикальной синхронизации в этой игре, прикинь, нету. Мне пришлось через панель NVIDIA делать. Масштаб поменьше сделать, и все. Блядь, график тут зачетный. Не хочется графику, да. Игра создана на этом. Да как его там движки-то, блядь, называется? Да, текстуры эпик. Дальность пририсовки, ладно. Сглаживание. Сглаживание эпик. Постобработка эпик. Файлоп. 42 FPS 54. 60, 63, 52, 60 кадров. Но нормально. Можно масштаб немного добавить.
Ну, вот так вот. Во. Блядь, пейзаж, блядь, это дальность, это еще прорисовки. Может, в эпик ебануть. Красота же. О, дальность прорисовки, сразу падение кадров. Так, я понял. Мачты высокие. Там туманчик такой появляется просто и все. Ну, остановилось. Зачем ты отрубаешь вытекалку? Наоборот, включай ее. Неправильно показал. Неправильно я сказал, точнее. Мне больше 60, оно нахер не нужно, да? Че, побегаем, че, посмотрим. Я с тобой согласен. Она наоборот не включалась. Неправильно, да, я неправильно я сказал. Наоборот, вертикалка не включалась в игре. Вот, то есть в настройках, смотри. Блять, ну нету его. Вот полностью. Я все пролистал, все посмотрел. Ну нету его. Пришлось мне через NVIDIA это выключать ее. Блять, все равно что-то куда-то садится. Блять, может на высокий все-таки поставить все нахер не в ее. Да. Блять, сглаживание тоже, просто обработка красиво смотрится. Вот может текстурки высокие просто поставить и все. Ну, как старые игры. Игра 2015 что ли, года. Не сказать, что она и старая-то. Так. Что у нас тут мы имеем? Еда я не хочу. Нам нужно крафтить эту херобору. Нам нужен. Дерево и солома. Дерево. Сейчас мы ебашим дерево. Ну, я Богдан и в этом не понимаю. Он грешник тоже какой-то монитор себе подбирает. Но опять же, если ты собираешься на самом деле 2К брать монитор, тебе, блядь, видеокарта нужна. В данный момент как минимум 28 Ti. Ну, опять же, в зависимости от каких игр. Так, кирку надо создать. Или кирку. Создать. Я побегал, я немного это... Ну, крафт-херафтер изучил чуть-чуть. Чуть-чуть только. Небольшую долю. А так тут трындец все только нету. Нарядить. Поставить. Велоп. Ага. Обосрался. Не, 75 герц есть. Как же. О, мясо есть. Куропаткой. Куда ты? Блять, уплыла. Там пираньи. Я поплавал один раз, нах, там пираньи водятся. Металл. Да, оптимизации вообще никакой нет. Давай-ка мы все на высокий поставим. Вроде тоже неплохо смотрит. Так, качество неба. На небо. Я смотрю на него. Нет. Только высококачественный изотропный фильтрат. В принципе, нахер оно не нужно. Глобальное освещение. Пределах экрана. Высокое качество материалов. Упрощенная анимация удаленного персонажа, цветокоррекция, блики, херики, низкое качество применить. Ладно, посмотрим. Здорово, Дэн, здорово. Лёх, на каких настройках ты запускаешь? Там же ещё куропатка.
Мясо, 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 мясо. Я смотрел твое предложение, я бы сразу поиграл, но и первый я в деревне, второй мне места не хватит. Так, уровень повышен. Что прокачу? Давайте еду прокачу. Потому что он жрать до хрена хочет. Я это понял уже. Куда-то лег. Ну вот, вроде 60 кадров есть. Пока что. Я тоже вот я это присылал тебе этот. Ну, свой монитор, который у меня сейчас находится. Знаете, он тоже написано 60-75, по сути дела. А как ему 75? Да прямо мне нахер не нужны 75. Но все равно интересно, как ему 75 включить. Как бы поддерживают, а нету. Ну, панель NVIDIA включается только 60 и все. Выбора нет никого. Я, конечно, включал, но это разгон. А разгон лучше не разгонять, тогда мне точно придется монитор покупать, нахуй. Так у меня один монитор сгорел, нахер. Ну, не сгорел, матрица потекла. Хотя не в разгоне даже был. Так, погоди, интограмма. Каменный топор. А, там еще уровень надо поднять, я понял. Тогда собираем ресурсы. Сколько она весит? Что-то 70 гигов, по-моему. 60-70 гигов. Точно не помню, что-то выскочило. Или 67, или 76 гигов. Короче, как GTA-шка почти. Ну да. Вот у меня отклик большой на этом, поэтому я в шутеры не играю в них. И подмазался. Так, доступен уровень повышения. Ну, кстати, жрать надо уже. Сейчас мы крафтим. Интограмма. Почему нельзя? Требуется третий. Так у меня третий вроде нет. Уровень 3, ну. У меня сейчас даже на старом бывает Еврики 65 герц подпрыгивает. Да это у меня тоже подпрыгивает. Еврики, кстати, да. Еврики у меня тоже подпрыгивает. И в этом SnowRunner тоже бывает 62. До 62 поднимается. Он сейчас в этой игре 64. А, ну и в этой игре я же через NVIDIA его на 63. Че, в город собираюсь? А, да, там сегодня эту новость смотрел, типа школьники, ну все, кто студенты, школьники, будут все-таки заниматься в этом. Как его? Ну, в учреждениях, в школах. Школах, ПТУ, МГУ, ХИО. Ну вот насчет, грешник, насчет мониторов Samsung до 15 тысяч я тебе скидывал, там ребята как раз пишут, ну, Samsung не рекомендует в этом, в этой ценовой категории брать. Ну, это опять же на твое усмотрение. Ты посмотри по этому монитору, который ты собираешься брать. У тебя вот просто по этому взгляд бросился на этот монитор, ага, хочу его и похую. Посмотри на форумах, почитай, посмотри YouTube обзоры и сделай просто вывод. Не сразу бухта барахта. Кто здесь? Давай, приятного аппетита. По-моему, меня еще торт тут сожрет.
А, и там он птица, птеродактиль. Я монитору, я не знаю, моему... Здорово. Мясо. О, огонь. Лопата сломалась. Кирка, точнее. О, еще мясо. Ну ты нахер. Так, повышение уровня. Это хорошо. Здоровье. Давайте здоровье. Вот. Алешка, уровень 4. Вот, уровень 4, погоди, энтограмма. Что не так-то? Ремесло. Ну то ладно, это мы сейчас ремонтируем. Я не понял, а почему ваш простой предмет, каменную кирку, отремонтирован? Ага. Идеально подходит для готовки мяса, обогрева, освещения. Все понятно. Ну вот как раз у меня мясо есть, он еще протухнет, Кирин. Солома, кремень. Вот кремень, наверное. Нет, не точно. Ну все есть, солома, кремень. Что не так-то? Испорчено уже. Металл выкинул, дурак, что ли? Сейчас я достаюсь тут. Так. Я ни хера не понял. Выбросить, сортировать предметы, брожать подсказки. Дурак. Погоди, не. Нихера не дурак. Что-то пошло не так. Не, ну крафт-то не тут. Крафт вот в ремесле. А почему мне не появляется остальное-то? Вот это вот. Требуется третий. Так у меня уже четвертый. Куропатка. Видишь, лежу. Изучаю. Здорово, Карен, здорово. Толстый кусок срезан с животного. У меня уже вот он, до четвертого открыт. Четвертый уровень как раз, до четвертого открыто. Почему я костер не могу сделать? То и иное. А, ёпарас, это вот что надо сделать. Изученные тканевые штаны, бурдюк. Что тут-то?
Да похер, куропатка, птица, да. Куропатка, она какая-то, как куропатка. Кр-кр-кр-кр. О, обосрался. Так. Теперь нам надо ремесло. Создать какой-то костер. Где ты? Вот ты где. Нет. Разместить. О, куропатку, давай сразу на костер. Залетай. Посмотреть инвентарь. Так. Ой, что-то дохрена, погоди. Мне просто мясо пожарить. Мне надо его разделить на несколько. Хотя тут дерево полно. Да на, пускай горит. Так, и солому. И мясо протохло. Дробление сырой пищи или не протухло. Как узнать, протухло, но не протухло. Хрен не пожарит. Узнаем. Поехали. Пойду куропатку замочу. Да что ты потушил-то? Смотрите на вертарь, вот. Здоровье костра. Племя игрока Алёшка. Вот мясо, кстати. А это протухшее, наверное, мясо. Что это написано? А, испортит только. Ну-ка. Хам. Не блеванул. А это что такое? А, протухшее мясо. Тут как раз таки выбросить надо. Ну, он какой-то не свежий. Ну, его нахрен. У меня свежий есть. Выброси его нахер. Давай, вот свеженького. Выброси. Держать его. Ты такой же, или хрен нужен. Взял, сбил птицу. Ага. Нам вон туда надо. Наверное. Что-то я хрен его знает, сюжет в чем построен. Сюжет какой-то же есть, блядь. Ну, не зря игра там 70 гигов весит. Какой-то сюжет должен же быть. Куда-то надо добраться. Ладно, разберемся, надеюсь. Не бомбанем. Жареное мясо. Жареное мясо хорошо. Так. Мало. Ползунок, еда сразу от мяса. О, бодренько. Да, пускай горит, хрен бы с ним. Или все-таки потушить. Там что, камень там не загорится, ничего. Сейчас мы попьем еще. Там пираньи водятся. Я один раз туда залез. Мне там съели пираньи нахер. Так, мне копье, потому что там просто так туда не подобраться. Нужно копье. Нужно копье. Для копья дерево. Волокна, херок, ну все есть. Дерево. Прямо свалим вот это дерево. Мало. Серьезно.
О, создать. Броня, кстати. А что для брони надо? А, волокна. Так оно и есть у меня. Обеспечение защиты от жары и холода. Минимальную защиту от травы. От какой нахер травы? А ну да, это же. Обеспечение защиты от жары. А, эти штаны, а это верхняя одежда. Можно спасти от жажды, но протекает со временем, теряет воду. Перчатки с кожной прокладкой обеспечивают некоторую защиту от жары и холода. Ну, давай штаны оденем. Пока волокна есть. Все, больше нет. По-любому как-то одевать надо, да? Ну-ка. О, снарядить. О! Ну, теперь в штанах. Это хорошо. Так, теперь это копье, где оно там? Копье вот сюда вот перемещаем. Поехали. И люмен туда надо. На карту посмотреть. Ага. Посмотрел, много мне эта карта дала. Ладно, пойдем туда. Вижу цель. Куропатка. Мясо. Ага. Выносливость. Давай повышать. Тканевая рубашка. Соломенный фундамент. Соломенный дверной проем. А, это уже создавать получается. Рогатка. Ну-ка нахер. Рогатку изучим. Пулять будем рогаткой. Что там для рогатки надо? Ремесло. Вот она. А, дерево нужно. Сейчас мы быстро. Разобраться так-то прикольно, игру. Разбираться только надо. Побегать, побродить. О, рогатка. Создать. А, рогатка, рогатка, рогатка. Снарядить. Оба-на. А чем стрелять? А, использовать один камень использовано. Где? Какая-нибудь куропатка есть? Ни хера никого нет. Так. Вижу цель. В воду я не полезу. Сыкотно. Да, оптимизация пиндец хромает. Просто ужас, блин. Ты куда-то лег-то? Не достану. Надо что-то снижать, что какие-то настройки. Масштаб.
пробовать уменьшать. Бери тот, кто на тебя смотрит. Кого смотрит? Кто смотрит? Никто не смотрит. Ты, Лёх, на каких настройках играешь? О, куропатка, надо это. Кто здесь? Что, я промахнулся, что ли? Ну, я так не беру никогда. Так себя, я думаю, тебя с первого раза с рогаткой можно. Быстрей. Знаешь, как это хуёть? Паром, блин. Во. Такое себе и рогатка. Но, тем не менее, есть. Рогатка, рогатка, рогатка. Так, что у нас там? У нас тут куропаток много. Еда. Птица. А что, если я в птицу сейчас захерачу рогатку? В глаз. Она испугалась. Это лёг. Дурак, блядь. Да куда ты ее? Да и хер с тобой. Так, что еще-то можно создавать уже? Где интограмма? А, ну это мне пока ничего не доступно. Да. Тканью рубашку. Одеться и перчатки. Ни хера ничего недоступно. Волокна нужны. Есть волокна? Что-то вы все, блядь, убегаете от меня. Я вас погладить пришел, вот не убегайте. О, обосрался, блин. Ой, там пиранья, блядь. Что, сука, сейчас захуячу. Ну, сука. Да я говорю, там в воде опасно находиться. А как это лечиться, кто знает? А, он сам восстанавливает. Надо пожрать тогда. Иди костер. Сейчас мясо испортит. Так, разместить. Солома. Дерево. Мясо. Зажечь. Мясо тут быстро портит. Непорядок. Ё-моё.
Куда перемещать? А, это в обратную можно перемещать. Холодильника тут нету, наверное, да? Палка сломалась. Дождик. Дождик пошел, обосрался. Что ты ешь, 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 ешь. Ты не заколебался жрать ли? Гори, гори, ясно. Это еще и солома. Ночь настала, тем более. Что-то джунгли сыкотно ночью. Полобродить. Лех, ты тут это играл же в эту игру, да? В чем суть-то? Куда мне идти-то вообще? Что мне надо сделать-то? Я так посмотрел некоторые стримы, обзоры на эту игру. Но не вникал особо. Неинтересно будет. Че, мы сядем? Погреемся. О, еда полная. А, мне еще эту палку надо сделать. Для нее опять дерево волокно, ё-моё. Заметки какие-то. Так, сейчас. И что надо сделать? Так вот. Применить. Не работает. Привязка клавиш не работает некоторые. Это еще группа команд, блядь, ну теперь это, ну так салат со времени. Это клавиатура. Ладно, назад. Это кто? Thank you.
Замерзайте сразу. Ой, какой разрушить, погоди. Вы, говорит, замерзаете. Туда вот надо попасть, получается. Что мне эта карта дает, еще не понимаю. Сырое мясо, точнее жареное мясо тоже испортиться может, наверное. 16 минут. Утоляет голод, исполняет здоровье в течение некоторого времени. Приучаемые хищники будут это есть, но сырое мясо лучше. Может, куропатку приручить? Подъем, деревья поблизости порубаю. Понятно. Порубал. Так, освещать небольшую область. Это с факелом можно ходить. Ну-ка, что мы тогда? Херли, мы стоим тогда на месте. Так, и топорик, кирка, кстати говоря, острый топор, не надо искать. Для чего вот эти заметки, хрен его знает. Ну, все вот это вот надо. А, еще недоступно. Ладно, я понял. Так, каменный топор. Это мы сюда выбросим. Рогатка. Еще пока не пригодится. И факел. Факел. О. Так, там мясо есть еще. Должно быть, по крайней мере. Да. Так. Мяса больше нету. Это обратно. Это обратно. Похаваем. Поехали. Факел. Во. Ну, им еще и махать можно. Там это отметено? Или там как-то типа точки разведки, что ли? Надо доехать туда. Ну, в смысле, дойти. Да. О! Куропатка. Сука. Куропатка горит, да. Сразу мясо жарится. Какие-то звуки. О, новый уровень. Хорошо. Так, я даже не знаю, что прокачивает. Весом на что влияет? Стойкость, кстати говоря. Так, ботинки тканевые. Бандана. Соломенный фундамент. Все. Соломенный фундамент. Главное, чтобы меня ночью никто не сожрал. Это будет обидно. Ты плотоядный. Ну, в смысле, это. Наоборот. Ой, блядь. Ой, блядь. Мурашки по коже побежали.
Я в джунгли даже боюсь туда идти. Там какая-то... У меня в тот раз, я еще когда... О, молния сверкает, или что там? А, типа исчезла. Это успеть надо. Весело. Анаконда, короче, меня тут сожрала. Когда я первый раз ее запускал, было эпично. Так что в джунгли я боюсь идти. Бля, хамартышка. Хамартышечное мясо можно есть? Дикий самка. Дикий самка. А, нет, не исчезла, просто не видно было. А откуда вы совсем... Как, кстати, на стриме, что, слышно? Хоть нормально эту игру-то? Звуки прикольные. Вообще все прикольно сделано. Какая-то группа командования. Я же вроде назначал. Пек. Под. Да. Жопа. С этой раскладкой. Во. А, ну под прыжок. Чего не прыгаем? Если он на энд не будет прыгать. Блять, если так, то это беда. Тогда мне на ВСД лучше играть, переходить. Ну да. На нумпад какая-то херня включается. В настройках нумпада вообще нет. Назначение клавиш. Хера не работает. Бег работает. Блять. Короче, на ВСД надо переходить. Понятно. Это я сейчас вообще все с нуля сделал. Блядь, идиот. Я не смогу, блядь, левый shift хуив, да ну нахуй. Может, привыкну. Да нормально вроде пока. Раскладку только, блядь, поменяешь на нормальную, на свою. Бля, как я тут оказался?
Ничего не туда надо. Лёх, у меня же сосиски. У меня же пальцы сосиски. И тем более у меня сломанный палец. Он не загибается даже вообще. Испорчено. Блин, а вот это вот сразу назначить надо. Использовать, да? Использовать. Вот. На мышку назначим мы это все дело. Испражняться он сам испражняется, ему заебись. Что-то еще. А, не вертарь. Вертарь, вот. Тоже на мышку. Продолжим. О. Блин, мясо сейчас испортится. Жри. Все. Успелись. Тут идет. А, куропатка, нахрен с ней. Большой. А что испортилось? Что-то где-то я слышал, черную ягоду лучше не есть. Глюки от них ловить больше. Прыгает, бегает. Ля-ля-ля-ля. Хе-хе. Показать эмоции. Сдаюсь. Ага. А, вон эта херня-то. Что-то я бегаю, погоди. Какая-то херня. Он от ладошки не двигается уже. У меня сломан-то. Полностью. Я как в какой-то драке неудачно кулак согнул. Положил. И сломал его нахер. И мне туда подходить нельзя. Куропатка, ты прикольно горишь. Ой, блядь. Пугаешь ты мою. Мне нужно оружие, все по-любому какое-то. Мне вот эта вот палка нужна. Волокна. Блин, а где волокна берутся? Не помню уже. Откуда-то они у меня взялись? Ну что, они в деревьях? Как бы волокна, то волокна. Но я ни хера не вижу. Походу не в деревьях волокна. Камень. О, волокна. А, тут собираются где-то. Что там используете соответствующее? Чего-то. Ну, волокна 4. Кто используется? А, инструмент для... Понял.
что здесь? Там собаки лают. Ну что, мне хватит? На оружие, во. Первый волокон сколько собрал. Хе-хе. Полезно в джунгли ходить. Так, копье. Окей. Но мне все равно, наверное, утро дождаться надо. Блять, оно исчезло. А, не, вон стоит. Вам жарко. Ну, попей. Раз жарко. Ну хотя там светло. Блять, пугаешь-то. И ты иди нахер тоже. Ой, нихера не вижу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто, блядь, орёт? А кто там тут орал? Или у меня глюки? Или у меня где-то на улице? Где-то слева орёт кто-то. Да ну тебя нахер. Бежим отсюда, кляпу. Ну сколько куропаток тут. Ой, блядь, а что за херня? Ёпта, музыка нагнетающая началась. Мне это не нравится уже. Ай, блядь, чего? Простой правил, блядь, ёпта. Ёпта, темно, не знаю. Пошел я отсюда. Какой-то там пиздец творится. Хочу я подохнуть тут на этом месте. Ни с того, ни с сего. Так, мне факел нужен. Кто бежит, блядь? Кого это? Ух ты, сука, блядь. Ебать тебя в рот. Бежит, сука. Да не каркай ты. Где ты, блядь? Шикотно? Чего-то. Так, факел. Гребаный факел. Купается там. Вот он, факел. А, наверное, можно этот был отремонтировать. Бляха-муха, ты что? Ремонтируется. А, во, ремонтировать. Не понял. Да.
Блин, мне, наверное, сразу надо еще одно копье сделать. И захерачить. Где оно? Зря сделал ночью, да? Получается, да. По одному. Она добавляется как-то по прочности, либо-либо. Ну, посвети мне дорогу. Может, я зря это делаю? Может, я шорох просто навожу тут? Тут испорчен тент. Кремень. Испорчен тент. Камень. А, вот тинт. Да нахер их выбрасываю тогда, что у меня тут ягод. Ну, съем одну. Витаминчики все-таки. Надеюсь, она съедобная. Черную тут точно есть нельзя. Выбросить. Кожа. Металл. Солома. Рогатки. По папкам можно раскидать все дело. Опять музыка. Вы замерзаете. Блин, еда-то и это. Бля, куропатки пойду пожру. Нельзя, надо. Туда, я так понял. А, там еще какое-то новое. Где куропатка? Вот куропатка. Расстрелу, наконец-то. Камень, он какая-то ящерица водяная или водная. Расцвет. Замерз он нахер. Так. А где костер? А вот он. Так, создать. Лоб. Разместить. Лоб. Икс. Посмотреть. Солома. Дерево. Мясо. Зажечь. Ха! Потихоньку разбираться начинаю. Залипну. Она мультиплеерная еще игруха. Залипну я в нее. На ток симулятор вора пройти. Ой, еда вообще не осталось, сколько помру. За этим следить надо. Оно... Тут аптечку с правой стороны получается. Это энергия. Что-то я про еду вообще-то ничего не вижу. Расширенный клад должен быть какой-то. Где-то я видел его. Интерфейс. Мне приснилось. А вот расширенный, не назначен.
Давай. Ну, на постоянке были бы. Хрен бы с ним бы. Алёшка. Чё на постоянке-то? Не, хотя включалось, выключалось бы. А то появляется и все, пока включаешь клавишу, исчезает. Такое себе. Так, ам, ам, ам и ам. Ну и чё? Вода, кстати, тоже. О. Если ты не пьешь, то... Ну нахер. Там прикольно. Ну там... Опасно. Чё, пополнилось? О, ни хера еще не до конца. Ну да ладно. О, надо это забрать. И вот это вот забирать обратно надо. О. Поехали на охоту. Замерзайте, сейчас будет жарко. Бульк. На всякий случай. Где-то. Да-да. На всякий случай возьми мясо с собой. Второго хотя бы. Там вот эти галки какие-то летают. Ну, сейчас напрямую. Что там было только что? Подобрать. Для все поблизости. Расходами. Расходники. А, он там пираньи ловит. Походу. Ух ты, блин. Кат. Или хрен узнает, что это такое. Ну нахер. Вроде так все близко, да? О, блядь! Ну нахер. А тут, может, мелко. Ёб ты, блядь, кто? Сука, кто-то шлепнул. Бенгальский огонь добавлю. Ты появляйся ты ниоткуда. Мартышка? А! А, блядь. А, о, а! Плыла мартышка.
И дождь пошел. Лерем, змея тут. Опасно. Что такое? Смотрите инвентарь. Ну. Объект. Забирайте добычу. А типа. Соломенная дверь. А, вон, что-то это просто припасы, как это. Бляха, муха, ты что, блядь, пугает-то нахер, а? Куропатка, ты что-то мне мозги не это, не делай. Да что тут прыгает какая-то херня? Да исторический кузнечик, что ли? О, морж. Мосхопс уровень. Слушай, Мосхопс, чтобы покормить, поместите последний слой Тинто. Я понял. Где Тинто? Только что же мы собирали вроде его. Вот он. Последний слой Тинто. Эй, морж! Я тебя покормить хотел. А, в итоге. Дать. На. Ага. Ну, смысл понятен, как приручать. Ну только нахер он мне не нужен. Я какой-то на полуостров попадаю, да? Так, мне разобраться с этой херней надо. Что у нас тут есть? Вообще надо по папкам все раскидать. Допустим, создаем папку ресурсы. По-русски можно? Хер. Ресурс тогда. Так. И туда все ресурсы. Допустим, камень. Волокно. Кремень. Кожа. Металл. Создаем папку еда. Мясо съесть сырое, полезно. То испортит скоро все равно. Бенгальский огонь. Встречайте праздник с этими искрящими огнями и применение к факелу, который потом также можно поместить в инвентарь на стену или стоячего факела. Но это для дома. Так,
Еда, дождик кончился. Дикая ягода растет преимущественно раз. Сама по себе она не очень-то и вкусна, но есть. Но соки этой ягоды улучшают почти любое блюдо. Приправа. А что еда? Еда все равно портится. Ну ладно, пусть папка будет. Дальше папку мы создадим. Стройка какая-нибудь. Что ли? Строй. Где и краткое время? Стройка. Так, и смотрим. Чертеж. Соломенная стена. Простая стена, сплетенная из веточек. На деревянном каркасе. Довольно хрупко, но лучше, чем ничего. Логично, я понял. Дальше. Соломенная дверь. Скрепленная вместе прутик выполняет функции простой двери. Все ясно. Фундамент для возведения построек на нем. Это основано на деревянной раме, переплетенной гладким веточком, вступающей в качестве пола. Это хорошо. В этой соломенной стене есть ход, но для большей прочности требуется больше дерева. Понято. Простая стена, сплетенная из веточек. Довольно хрупкая, но лучше, чем ничего, это я понял. Это покрытие защищает вас от непогоды, но оно достаточно крепкое, чтобы на нем можно было строить. Ну, типа потолок. Факелы, херакелы какие-то, нахера нам нужны? Нужны папку прочее. Где он факел? Вот он факел. Блёха-муха. Вот ты мне скажи, Микро, о чем мы будем по сети делать? Начнешь какую-то херню опять заниматься, вдруг кольца проходить. Мы уже поняли, что ты за человек. Эти ягоды, они все равно испортятся. Нахер выкидываем их. Смысла от них нету. Так, ресурсы. Это оставляем, потому что постоянно нужно. Факел, рогатка. Тогда надо создать папку оружия. Там главное понятно и ладно. А может не оружие, хрен не знает. Да что у нас такое? Азул. Синий ягод растет в густых. Ну, вкусно, но может быть использован для создания синего красителя. Вкусно, то съедим. Как раз еда пополняется. Ты что такое? Юр имплант, артефакт. А, ну это то, что на мне, да? Я понял. Я не знаю, я пока, ну, блядь, Микро, видишь, я первый день в этой игре. Как ты думаешь, буду я на серверах играть или нет? Я тут половину ничего не понимаю. Чё, я сейчас на сервер зайду, тупи там ходить? Я думаю, от этого смысла нету. Мне сперва игру надо знать, потом уже сервер. Кузнечики прыгают. Так, я где-то переходил. Чё, кстати, по карте у нас? Я даже не знаю, в чем смысл игры пока что. Вообще вот не понимаю его. Прыгаю, ладно. Прыгаю, бегаю. Там, ладно, не помер, уже хорошо. Зачем тебе вебку, Валер? Сказал же, не надо вебку. Я не включаю. Не, я решил в таких играх не включать. Модератор там еще куда не шло. А тут мне расслабиться, развалиться надо.
вглядываться надо. Всякую херню. Вебка отвлекает. Чтоб стошнило. Ну вот только по этому поводу я не включаю. Это самый главный повод. Так, мне вот сюда вот перепрыгнуть тут надо. Все можно обойти. Или там что-то вдалеке проглядывается. Может туда пойти? Блин, это через джунгли. Меня сейчас там анаконда сожрет какая-нибудь. Абаду-баду-баду. Что-то пропало. Что музыка это значит, не знаю. Ёпта, этот. Вот, кстати, вот этого хищника приручить надо. Или замочить. Этих травоядных-то ладно приручить. Трава вот этих чем приручать. Им еще подойдешь, он тебя сожрет просто. И все как мясо. Испорчено. Да выбрасывать их нахер надо. И нам краски сейчас не нужны. Никакие краски нам. Где он? А вон он. Бежали. Ой, джунгли. Джунгли зовут. Ёпта, ФПЕ спросила. Куропатка, иди нахер. Ой, бляха, мух. Ой, этот, как его? Бронтозавр, по-моему, называется. Сейчас скажу. Он травоядный, он не сожрет. Только если хвостом где-то он дарахнет. Слушай, а может его приручить можно? Блять! Пизда вообще! Ебучий, блять! Дегрешный Толян не... Помер там еще. То вчера кашлял, как последний, он на работу ушел. Ну, видишь, для тебя, Валерка, скучная игра. Для меня самое то. Я стрелялки не люблю, я лучше он побегаю, поброжу, поизучаю чего-то. Он помер, видишь. Он грешника заходил, он Mad Max играет. Я там... Не то, что я не понял, что там. В принципе, понять-то я понял. Но мне как-то не понравилось нихера. А кто-то говорит, это шедевр. Не то, что шедевр, но прикольная игра. Так что все мы разные. Мне теперь к этому трупу попасть надо, потому что там ресурсов. Доступно новый уровень. А, то есть эти... Остались здоровье, выносливость. Алёшка, уровень 7. Да тут тоже сюжет есть. Вот какой хуй его знает. Блять, чё, мои... А, ну, в принципе, там папка создана. Мне что-то папку найти надо. Каким-то макаром. Так, карта. Да ё-моё. Да чтоб ты обосрался. Ну и я не вижу нихера. О. Где показывается, где я нахожусь?
В жизни так же пчела собачки идет приручать. Че не понял? При чем тут пчелы и собачки? Вообще несовместимо. Блин, мне разобраться, где я нахожусь. Или просто определяться, получается, по рельефу. Заводь. Не получается сейчас. Блин, его знает. Я не приручил, я хотел посмотреть, как он называется. Хорошо, я динозавра знаю или нет? Ну и приручить заодно, да. Я знаю, что он травоядный. Но рядом там плотоядный ходил. И вон там еще один ходит плотоядный. Плавает, точнее. Так получается, мне сейчас направо. По-моему, тут. Ну да, вот он, хер этот. Вот ФПС тут просил, да, я помню. Только а где трупешник найти? Вот он. Блин, и как он на карте тут отмечен? Вообще никак. Пока непонятно ни хер. Вот мое все. Все мое. Все огромный кусок камня. Блин, получается, все папки мои нахер поистязали. Как можно все выделить сразу? По одной все бросать. Да по-любому же можно. Только как? А, переместить все, ёпарас. О. Ничего не понятно. Ну пока да. Что, мы штаны найдем? Вот они. Ладно. Наденем. Блин, папки исчезают херово после смерти. Да смысл их создавать не вижу. Пока что. Так, собственно, что я тут делал-то? Вон он, этот хер. Ну нахер.
А ты что? Трилобит. Копье сломало, бляха-муха, трилобит. Топором сейчас зарублю. Добавлено хитин, жемчуг, сырое мясо. Чего, бля? Ну-ка нахер. Прочный и упругий материал является частью экзоскелета животных. Добавляется преимущество из мертвых насекомых. Добывается преимущественно из мертвых насекомых. Для чего? Эти жемчужины почти полностью стоят из кремния, обладающие полупроводниковыми свойствами, что идеально подходит для создания электроники. Нихуя себе. А ты говоришь, что, блядь, электронику даже можно создавать. Там я на скриншотах, когда еще эту игру покупал. Забирал, точнее. Я бесплатно же ее забирал. Там такие базы можно строить. Всякие там форесты отдыхают, которые с этим чисто деревом работают. Конечно, я ошибаюсь. Ну, опять же, не зря тут-то 70 гигов-то качаешь. Можно сказать, мир GTA-шный весь. К оптимизации хромает чуть-чуть. Ну что, вроде под настройкой 60 кадров есть. Просаживается где-то, ну. Не без этого. В GTA, кстати, тоже на некоторых картах просадки идут. Блин, солнце засветило. Ну, блядь. А ну что, там дерутся? О, они деритесь, да. Сейчас один другого похоронит, а я тут как тут. Да? Или сейчас меня похоронит? А где второй? Ну нахер. Так, что у нас? Еда, вода, вес. А что вес дают, опять же? Нет никакой информации. Ешьте это для утоления голода. Без проблем. Вот еще какая-то. И плант. Для дополнительных функций ПКМ выбросить. Блин, опять папку создавать. Херово. В этом плане херово. Трое. Меньше помирать надо. Аккуратнее. Тут нужна аккуратность. Так, тут у нас что? Все для строительства. Это значит соломит и фундамент. Дверь. Вот эта херня. Вот эта херня. По сути дела, уже дом можно создать. Такой простенький. Так, это мы все выбрасываем сразу. Жемчуг нельзя. Жемчуг я только первый раз его нашел, достал. Так, я, наверное, папку создам. Дождик начался. Прочее неизвестно, непонятно, я не знаю для чего.
Мясо. Сырым пожрем. Дождик начался. Так. И вот эту херня тоже, впрочем. Кремень, кремень. Этот выбросить, этот выбросить. Это у нас камушек. И вот это тоже сюда. Бенгальский огонь. Нахер он нужен? Вот. Так. Дальше нам как-то куда-то надо отсюда выйти. А может, дом попробовать построить? Допустим, что нам надо? Тройка, фундамент. Разместить. Нельзя разместить салон, что-то мешает. А как его забрать теперь мне? О. Подобрать соломинов. Да, мы задерживаем. Здорово, Кость. Привет, Абериген. Опа. Так. Тройка. Соломенная дверь. Так, и стена. Это покрытие. Так стена одна, херли. Спасибо. Вот, разместить. Оба-на. Сейчас построю себе халубу. Здрасте. Так. И сюда вот так вот. Так. Потом крышу разместить. О. Особняк, ага. Крепленные вместе прутики выполняют соломенную дверь. А, и дверь еще можно захерачить. Нельзя разместить соломенную дверь, нет точки привязки. Че, блин? Простая стена сплетенная. Так, это понятно. Держите до функции. Изменить вид на блочный. Соломенный дверной проем. А как туда забраться-то? Во. Нихуя непонятно. Так. Соломенную дверь. Разместить. Нельзя разместить соломенную дверь. Нет точки привязки. Что-то я в балку упираюсь. А, во, стой, во. Бля, погоди, а как открыть тебе? Соломенный фундамент X. X?
Как дверь открыть? Крафт себе теперь рапторы, езди на рыбалочку. Там не крафтить надо. Их надо приручать. Я там одного хотел приручить. Он меня съел. Он теперь дом строит. Бля, как входить-то в дом? А, вот, открыть. Пиздец. Нашел. Закрыть. Ремонтировать. Ну и чё, и нахрена мне этот дом-то нужен? Я думал, тут появляться буду, когда помру. Чё дерись? А, это, значит, открывает-закрывает. Во. Вы замерзаете. А мы сейчас подожгем дом сейчас. Жарко будет. Замерзаете. Тогда надо эту рубашку создать. Мы уже одеваться начали. Так что все, огонь. Ну, зарядить. Готово. Только что с этим домом? Камень. Что-то я нихера не пойму. Открыть, отпереть. Задать пин-код. Соломенная дверь. 175-0. Это номер домашнего телефона. Будет у меня такой. Ну и чего мне от этого пароля опять? Удержите ли она задача пин-код. Соломенная дверь заперта. Задан пин-код. Сделать доступ только для админов. Разрушить, открыть, отпереть. Разрушить, открыть, отпереть, сделать. Доступ только для администраторов. Ну ладно. Будет у меня дом. Бля, а где дверь-то? Погоди, я заблудился. Все одинаково, где дверь? Где дверь-то моя? А, вот. Закрыли, все. Избушку на куриных ножках. Так, что у нас там дальше-то? Еда, вода. Вес. Тучи. О, что вижу. Только копье нужно. Так, он тот хищник. Тот хищник. Вот с ним поаккуратнее надо. А что это такое? Что надо? Ой, блядь, сейчас. Иса. Ну и сюда, блядь. Ну, с тобой не справлюсь теперь, что у меня копье теперь есть. Чё с этой херней? Да вы затреплите теперь. Ой, копье кончилось, блядь. Ну вас нахер. Yeah.
Печаль, блин. Суки, блядь. Не зря же она охраняет всю эту херню-то. Там замок какой-то светится. Так, а что у нас по карте? Даже по карте... О, погоди. О! А, стена, еще одна стена. Шляпа сломана. Хе-хе. Ой, темно. Темно оно стало. Куда она факел наш? Зарядить. Ага. Радуга. Это как бы дают ресурсы. Бля, я дом потерял свой. Где-то он тут должен быть. Куропатки прикольно горят. Хоп. Освещают как раз. Заодно. А, вот мой дом. Так, там что-то испорчено. Это у нас все настройку. Так, 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 так. И так. Что-то испорчено. Это скоро испортится. А что-то испорчено. А что испорчено-то? Жемчуг не портится. Кремень, кожух. А что-то испорчено. Ладно. Нам костер надо. Костер, костер, костер. Создать. Создать костер. Костер создать. Разместить, положить, посмотреть инвентарь. Так, зажечь коптильню, бросить туда мясо, зажечь. О, это факел можно убрать. О, уютненько. Но я, по сути дела... Да, блядь, еб ты! Сука, открой нахуй. Ой, я не вижу ничего. Уютненько, бля. Пиздец, я тебя оттуда не выйду. Жрать-то хочется.
сожрать нечего. Бля, долго там летать-то будет? Ой-ой-ой. Пиздец. Ух ты! Она про кток от этого дома тут, бля. Он пробивает. Нахер. Фу, ёпта. Блядь, жрать хочу. Шикарный ещё и дождик. Я теперь заблудился. Я еще карту эту вообще не понимаю. Число не понимаю. А, выгнали. Тебя он Валерку вспоминал. Какого хера, говорит, он работает? А, вот моя халупа. А тут у меня костер был. Вот он. Тут у нас мясо. Что, зажечь нельзя больше, что ли? У нас все есть. Для костра дерево и камень нужен. Я дерево давно не это. О! Ты горишь? Горишь. Не гори. Ни хера не вижу. Но махаю. Ну там этот ходит. Хер. Кто-то ходит, вот чувствую, кто-то над душой стоит, блядь, рядом. Какое-то животное. Так давай тут побегаем, грешник. Настроил нормально на средние. Ультравысоких. 60 кадров со стрима нормально. Лайн подключал тут. Размыть их, уйти, вот эти тоже напрягают. Ну тут меня, надо сказать, все больше на процессор, то, что напрягает. Видеокарту она вывезла бы. А хотя хрен это, может, не оптимизирована эта игра. Многие жалуются, то, что оптимизация тут хромает. Ну, вроде 60 кадров есть, ладно. Место у тебя есть, я знаю.
Камень, дерево еще нужно. Я пока тут завис. Да, переключаться туда-сюда. Мне на симулятор вор еще пройти надо. Потом как-нибудь замутим тогда. А что там Форест? Там что-то кого-то найти надо. Мне тут вот сюжет интересен. Мне... Знаешь, чем мне сюжет интересен? Потому что мне нихуя не понятен тут. Вот я хочу разобраться. Ты знаешь, я такой дотошный человек. Я пока ни о чем-то не разберусь, я не успокоюсь. Там руками что ли хуячишь? Не пойму. Вроде нет, вроде топором. А что ж ты похерело тут так? А, дождик, наверное. Ну, держись, чувак, держись. Так. А где я? Кто я? Вот я. Как ты это не проходил? А чем тебе эта игра не зашла? Тоже выживалка же. Только с динозаврами. Я Леху зову, Лех он не качает. 70 гигов не хочет скачать. Я уже посмотрел, тут электроника, хероника какая-то. Так, посмотреть инвертор. Так, это все сюда, это сюда. Протухшее мясо выбросить. Чё ты так херово-то, я не пойму. Посмотреть инвертор. Так, а это нам зажечь надо. Мясо. Зажечь огонь. О. Огонь. Тебе херово. Факел убери. Да мне скажи, что тебе херово, что болит-то, блин? Здоровье уменьшается. Что на глазах? Помру сейчас, походу. А я хрен его знает, подожди, ресурс под траву какие-нибудь соберу. Да хуй, какие тут нахер травы? Ладно, 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 погоди, не ори. Сейчас мы тебя накормим какими-то травами, ягодами. Витаминами, в общем. Если они съедобные, конечно. Может, хуже будет. Черные точно несъедобные. Они наркотические какие-то. Да? Черная ягода, она задурманит свое сознание. Да, ты можешь даже уснуть. О! Ягоды витамины решают все. Так, блядь. О, обосрался. Да чтоб ты обосрался, блядь. Вот сейчас актуально это. Фраза. Бля, погоди, я заблудился. Мне там мясо сейчас это. Как его? Это пережарить, наверное. Да, я в натуре заблудился. Их же ни хера не видно. Тут каркает.
Пиздец, я свой дом потерял. Или что? Тут ни хера ничего нет. Я голодный. Вот я и помираю, бля. Пиздец. Голодный. Черные ягоды нельзя есть. Это будет беда. Да, блядь, я ни хера не вижу. Включи свету. Давай, жри. Просто подохнешь. Чего отходила? А я нет. Блять, ему и вода еще нужна. Вообще охерел, что ли? Определись, блин. Мясо нужно. Надо мясо есть. Где? Опять я заблудился. Погоди, где я? Ладно, похер на этот дом. Пойдем мясо искать. Музыка нагнетающая. Обосрался. О, точно, мясо вижу. Стой, куропатка. Да стой! Блять, туда не пойду. Там пираньи. Руку съешь. Нам пригодится еще. Как я потом буду без руки? Обезвоживание. Уёживание, обезвоживание. И красоты, блин. Руку, говорят, съешь, обезвоживание. Блять, этими не наешься, нихера. 100%. Блять, не уследил, ё-моё. Караул. Караул. Чё делать? Что, блядь, делать? Мы и пить ходцы еще. Пиздец. Вот это попандос. Так, попить надо. Благо еще это. День настал. На утро. Все, напился. Так, пойдем какую-нибудь куропатку найдем. Пока меня кто-то не нашел. О, кто-то где-то. Так, ёпарасет, это пугай, что? Что-то меркает, сверкает. Вон туда хочу. Бля, вот это здание, но по-любому что-то по сюжету должно быть. О, куропатка. Эй, камень, блядь. Никого нету. Спят, что ли, все?
Курлык-курлык. Курлык-курлык кричи. Не, серьезно. О, куропатка. Здорово. Курлы-курлы. Так. Ремесло. Ё-моё, дерево. Камень нужен. Японский. Вообще ресурсов нету. Как так-то? Курлы-курлы. Да какой факел-то? Топор. А он меня съел. Тиранозавр этот гребаный. По-моему, он. Или... Я пошел смотреть на бронтозавра. Там, когда подходишь к этому, ну, к динозавру какому-либо, там показывают, ну, название. Типа, это такой-то, 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 такой-то. Чего вы голодно, съешьте что не то. Настолько все плохо. Блять, сырое мясо туда жри. Некогда готовить. А что-то залип, я не понял. Что написано? Не идет нихера. Вы слишком перегружены, чтобы прыгать. Еще, блядь, угораешь? А чем ты нахер А, деревом, наверное. Ебать, я дерево набрал. Ну, если дерево выбросить. Во. Так дерево, блядь. Так дерево мне нужно сейчас. Мне жрать надо. Какое нахер дерево? Мне дерево нужно. Ну ладно, пойдем так. К вечеру дойдем. Ладно, в общем, давай-ка мы вот это дерево, просто его разделим. 15 тебе возьмем. Выбросим 34 и все. Там камень где-то должен быть, мне камень все равно нужен. Теперь найдешь теперь его, да? Ладно, камень сейчас тут соберем побыстрее. О, мясо видно. Это вот тут вовремя, ребята. Я тебя кулаками забью. К оружию ли? Лиса. Я тебя не добил. Мне мясо нужно. Все. Теперь жрать. Быстрее жрать. Бля, камня мало. Ты серьезно? Да неужели? А вот, как выжить хочешь. Будешь убивать. Ничего не падаешь. Так, это
И это, и мясо. Зажечь. Металл, 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 металл. Блин, ну металл-то пока точно не нужен. Давай-ка мы папку создадим тут. Ресурс. Yes. Ресурс. Так. И сюда вот это все дело. Ну, кремния сюда много. Кожу, вот, в принципе, тоже можно туда закинуть. Да не буду я кору жрать. Она невкусная. Ну вот, у меня мясо готово. Все, сейчас мясо, хлоп, хлоп. Огонь. Ты пробовал, да? Говорит, хорошо. Так, еда, еда. Еще можем покавать. Сейчас. Захаваем. Пойдем водички попьем. Ага. Мясо. Прям беда. Так, энтограмма. Что мы имеем? Соломенный дверной проем. Кожаный спальный мешок. Блин. Я по карте определиться не могу. Кожаная соломенная стена. Селитра. Шприц для извлечения крови. Ё-моё. Лопаты какие-то, лук, стрелы, дома уже. Прям строительство. То, что мне надо, то, что я люблю. Ебать материалы, смотри, какие стены только можно не создавать. Сколько уровней-то всего? Ё-моё, 70, 80, 90. Охереть. Что тут? Охереть. Так, мясо. Так. И так. Так, блин, по карте. Как мне свой дом-то? Я дом потерял, блин. У меня в доме-то все было. Такое ощущение, что карта вообще не открывается. Или я, блин, вокруг бегаю. И не пометить, ничего же. Как-то можно пометить. Ну-ка. Настройки. Кнопки. Назначение. Почему лечь не назначено? А хотя похуй. Так, огонь. Огонь, перезарядка. Использовать. Ближний бой. Испорожняться. Переключиться на кулаки. Трын-тын-тын-тын. Горячий клавиш. Ну, это горячий клавиш. Он. One, two, three. Файн. Ну это получается клавиатура 1, 2, 3, 4. Перетащить тело. Клон прогресса. Посмотреть инвентарь. Управление племени. Поставить метку.
Во, поставить метку на карте. Я по этой смысле. Поставить метку на карте. П. Продолжите. П. Добавить метку на карте. Широта, долгота. Заебись. То есть получается. Это у нас широта, это у нас долгота. И вот тогда метку ставишь, получается, на карте. Называешь там, допустим, дом ее. Там будет дом. Цвет у нас, значит, можно. А в данный момент я дом проебал. Я не знаю, он где-то находится, где-то на карте находится. Где? Я не знаю. Как переключиться с этого вида? Блин, походу, это... нажал не туда. Переключение на кулаки нет. Повернуть, посмотрите, огонь, прицел, перезарядка, использовать ближний, испражняться, переключение кулаки, сельфи, камера, включение круговой камеры, приблизить камеру, отдалить камеру. Как, блядь, переключить ее? Да я, видишь, занят, ё-моё, игнорщик. Вот ты играешь, когда в такие игры. Сюжетные. Я понимаю, там в Мудранере нехуй там смотреть. Ехай, газ нажал. И ладно. Привет, Старбой. Старбой, привет. Форс, например, надо фрагменты карты найти. Ну тут тоже что-то надо. Мне, допустим, это интересно, что тут надо. Вот эти здания там какой-то стоит. А вот, вот, кстати. Оно тут рядом. И тут изучалка больше, чем сюжет. Ну и смотрится это довольно прикольно. Не всем отвечаю. Ну, пока что всем отвечаешь. А, во, камеру поменять. Да какой факел? Погоди, дерево нам не нужно. Ну, это так его дохера. Блин, а как я дом найти? Блин, мне туда попасть бы, там ресурсы. Пока это все дело не исчезло. Ну, в воду очень сыкотно заходить. Что-то плавает. Ходит, точнее, по дну. Пираньи водятся. Она так налетает. И все, и тебя нету. Так что под водой тут очень опасно. Ой, блядь, какая-то хуета. Ага. Бляха-муха. И, блядь, рыба-меч. Пизда мне. Беги, нахуй, Форс, беги. Ну, я говорю, скат. Я же назвал скатова. Или не назвал. Пожрать надо. Так, где эта херня? Вон она. Сразу
приготовить палку, потому что тут нападать могут. Палка. Костер. Чей-то. А там этот. Пер. Мне похер. Он там застрял, забаговался. Так, еще эти принадлежности для стройки. Оба-на. Огонь. Да это у них мясо невкусно. Вам жарко, найдите прохладное место. О, ветерок подул только что в окошко. Кстати говоря. Блядь, он опять ходить не может. А, ну правильно, он теперь ходить, потому что не пи... Перегруз. Мне надо место какое-то, короче, дом надо строить, все. О, кстати, а чё нет? Хорошее место. Для дома. На берегу. Красивым видом. Она не птеродактиль, она как-то по-другому называется. Ну, птеродактиль, и ладно. Там название тут все реальные, это название динозавров. Так. Значит, фундамент. Мне эта музыка не нравится, она угнетающая. Что надо? Стена нужна. Стена, стройка. Чертеж, соломенная стена. Простая стена, сплетенная из веточек, не погоди. Разместить. Раз стена. Два стена. Сейчас мы избушку на курьих ножках сделаем. Будет огонь. Да-да-да, новый редактор. Дождик начался. Новый редактор нашел. Так. И... Где-то должен быть дверь. Да? Соломенную дверь. Разместить. Алоп. Огонь! Пустите меня теперь. Не пускаю, блядь. О. А, крыша еще нужна. Твою мать. Я и забыл, что крыша в доме нужна. Так, разместить. О. Закрыть. О! Заебись. Жить можно. Так, кстати говоря, вот теперь про метку на карте. Вот у нас... Не, погоди. М. Я хрен его знает, где я нахожусь. Честное слово, хрен его знает. Как мне определяться? Да три, по-моему, только. Здорово, Эдик, здорово. Здравствуйте.
там... А-а-а! Птица! У нее яйца есть. Кстати говоря, а яйца сытные? А яйца, а может вырастить можно из яиц своего птеродактиля? Бля, я не пойму, а как мне определиться? Допустим, 55-40. А, это наоборот, значит. Матч 40-55. Удалить. 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 Добавить. 40-55. Да как, блядь? Не, ну это все понятно. Это все понятно. Тут спокойнее как-то. Я в форесте с первого дня уже шарахался от туземцев. А я уже это... Ну, привык. По первому времени ты что? На начало стрима зашел бы. Почему? Десять, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90, 55. Почему 40? Это ладно. Оп, я пришел, оп, я еще приду. Оп, добро пожаловать. Оп, с возвращенцем. Не, не огонь. Мне жарко. Не огонь. Погоди, взаимодействие. О, задать пин-код. 175-0. Пин-код задан.
Да ну нахер. Убирать что ли это оружие надо? Ирак пропал и все. В доме надо. О, закрыл. Наконец-то. Я изба, код двери. Ну да. Нормально. Ну там она по-любому яйца. Или она там забаговалась? Она забаговалась, какие нахер яйца. Бля, может я замочить, а? Кстати говоря. Пока она забаговалась. Дикий тиранодон. О. На нахуй. Ну, я и помог, в общем. Дом это все понятно. Я понял, как координаты, чтобы не потеряться. Я не пойму на этой карте, где я нахожусь. Либо я слепошар. Нет уже ни хера. Чтобы Толян дом пометить точкой, надо понять, где он находится на карте. Куда я иду вообще? Вот как я должен понять, где я нахожусь сейчас по этой карте? Главное, на туре пин-код есть, а метки, где я нахожусь, нету. Ну там с Марсом тоже, но там больше кооперативная игра. Там вот реально надо в кооперативе начинать изучать. Да, тоже выживалка. Я по выживалкам гоняю теперь. Ну, Mad Max, на то и есть Mad Max. Это жанр, я так понял, GTA-шный. Задание просто ходишь, выполняешь и все. Тут свобода. Как-никак. Лёхи надо. Не, Лёхи нет. Нету Лёхи. Наркотик. Заебись, наркота есть. Надо изучить. Седло. Ящик. Небольшой ящик для хранения вещей. Хорошая вещь. Простой деревянная табличка может использоваться как ориентир для передачи сообщений.
Компас. Компас. Ёб твою мать, компас же есть. Сейчас мы только сообразим, как его делать. Еще уточнее. Так, ящик, ящик, чего-чего-чего. Волокна, дерево, солома, ну, само собой. Компас. Металл. Волокна, кремень и металл. Волокна, кремень и металл. Ясно, понятно. Волокна, ресурсы. Металла только два, да. Понял. Ну, у нас тут камушки есть. Еще покажу, как камни тут разлетают. Что-то один камень. О, полетели, блин. Вот это вот захерачу. О, металл. Блять, сломалась погремушка. Так, погремушка. Погремушка. Простое оружие. Солома нужна. Ё-моё, я ещё и... дерево есть. А он чё, вы это, оброс, что ли? Нихуя. 3 дня прошло, блядь, он уже оброс. О. Топор. Топор. Да какой факел? Не стыдно нихуя. Я чувствую, ящик надо создавать в этом доме. Либо... либо пока... кстати говоря, мясо. Протухшее мясо уже. Сырое. Каменный топор. Отремонтировать. Так, пригодится. Ням-ням-ням-ням-ням. Что надо-то? А, ящик. Как ящик создать? Где у нас? Где он у нас? Ящик. Волокна, дерево, солома. Ящик надо в доме создавать. Ты в дом заберешься с таким грузом? Добрался. Окей, хорошо. Так, ящик. Ящик, ящик. А где он? Компас вижу. А, вот ящик. Тут дерево нужно. Дерево, солома. Я понял. Ну да, наверное. Подобрать все поблизости. У меня пропусков нету кадров. Не поэтому. Не поеду. Так. Надо скинуть пока что инвентарь. Вот выбросить камень. Да вот у меня даже запущен на планшете. Рядом. Нормально стрим идет. В игре 60 кадров, тоже все нормально. Блин, перегруз опять. Ну точно ящик нужен.
Может, даже не один. Да чтоб тебе солома нужна. Солома нужна. Это все порубай. О, опять он еле ходит. Нашел укромное местечко, все порубал тут. Нет, не то ремесло. О, ящик могу сделать. Окей, хорошо. Это хорошо. Чтоб ты знала. Знала? Ты ко мне обращайся. Ну так-то я парень. Так, создать один, окей. Разместить. Попробуй перезагрузи, вообще YouTube. Может, какие-то проблемы с YouTube сами. Как там крутить-то? А как крутить? Бляха-муха. Как ящики крутить? Да похер. Так пойдет. Не, ну серьезно. Посмотреть инвентарь. Разрушить, задать пин-код. Подобрать ящик. Так. Попробуй разрешение поменять. Потому что может 2К не вывозить. Твой компьютер, либо телефон. Во. Вот. Ну да, да, да. А где мое все? Исчезло, короче, походу исчезает все. Ладно, ладно, зададим пин-код, пусть будет, чтобы левый не лазили. Хотя и один играю, переименовать ящик, как назвать его, не знаю, нужно все. Доступно повышение, кстати, да. Уровень. Вода. Здоровье, выносливость, стойкость. Еда, вода. Тоже надо прокачать. Так, надо это, попить. Хорошо, что я с вас заглянул. Мясо. А что если его тащить просто и все? Ебану рамы такие жалы. Листозавр, вот. Кто бы сразу.
А, если его тащить, то он разложится только через 10 часов. Но я заебусь вот тащить. Короче, Динеки. Погоди, я потерялся уже. Честное слово, потерялся. Сейчас, секундочку, подожди. Блин. Где-то у меня вообще телефон пропал. Надо завязывать. Делишки появились. Там главное свой дом найти. Да что-то время есть. Игра. Игра как бы вроде что-то затянула. Зато вечно в этом Мадранере ждешь там вечера. А вот он дом. Пернадер. Не то ждешь из-за того, что правда карт нет ни хера. Так. Инвентарь. Ага. О, сколько ячеек. То есть как раз-таки вот эту стройку мы полностью сюда, значит, можем перенести. У нас уже место освободится. Отлично. Тарет, блядь. Ресурсы. Допустим. Происходит тут. Ну, остальное чё, хер его знает. Дерево. Солому сюда закинем. Это все пригодится. Мы сейчас компас сделать, чтобы нам можно определяться было, где и что. О! Еще сейчас еще ресурсы будут. Там кто-то купается, ныряет. Так, что там нам для компаса? А, металл еще нужен. Сейчас, может, ресурс будет. Далеко идти-то. Может, вроде рядом. Испорченный. Это испорчится через 6 минут. Блин, да далеко я не успею все равно. Идти. Че, я потеряю еще? Если уже не потерялся. О, не. Слава богу. Так, мне нужен металл. Будем среди ночи камушки.
Да, как-то просто вот тут отобрать. Ё-моё, кирку даже теперь не сделаешь. Солома нужна. Топор, хирург. Компас 100% нужен. Солома, солома, солома. Так, сделать, создать. Игра зависла. Все, нахуй, ошибка вылетела. Крашит. Крашнул он нахер. Удивительная игра. Где я сейчас появлюсь? После краша. Посмотрим. Парам-пам-пам-парам-пам. Алло. Понятно, где. Ящика еще не создал туда. Ну, хоть недалеко откидывает. Ну да, это на любителя. Это прям на любителя, на любителя. Да, и мне тоже надо до вечера по делам. Почему я дверь не могу закрыть? Ой, ты, блядь.
вот закрыть. Значит, с этой стороны только закрывается. Отпереть. Запереть. Заперто. Открыть. А, в другую сторону теперь открывается. Закрыть. Запереть. Ну вот, вот запереть, наверное. Торик через полчаса отпустит. Но я закругляюсь все равно. Сейчас уезжаю. К вечеру я запущусь. Ну, видишь, я говорю, все люди разные. Всех разный интерес. Мне вот Mad Max даже смотреть неинтересно. Я эти игры не люблю. Так что вот так вот. Ладно. Всем спасибо. Всем пока. До вечера.